Правоохранительные органы Маргаушского района решили бороться с наркодельцами совместно с общественностью. Руководители местной прокуратуры, полиции и военкомата проводят родительские собрания в школах. На встречах рассказывают о том, чем опасны курительные смеси и как возможно пресечь торговлю ими. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Им пытаются поставить заслон, но те, кто производит курительные смеси, находят новые каналы сбыта. Силовики бьют тревогу и отмечают, что беда может прийти в каждый дом. Приобрести спайсы сейчас возможно даже через социальные сети. На крючок наркодельцов нередко попадаются и школьники. В муниципалитетах, которые расположены неподалеку от федеральной трассы, эта проблема стоит особенно остро. Только в Чувашской республике с отравлениями обратились порядка 100 человек, доставленных в больницу от отравлений с отравлениями от курительных смесей. Распространение идет таким образом, что отследить его достаточно сложно. Сейчас очень хорошо развиты все интернет-технологии. В чате идет сообщение, куда ехать и где забрать. Вот едут и забирают именно в этом месте. В районной полиции описывают вопиющий случай. Родители школьника не заметили, как он курил опасную смесь, буквально находясь в соседней комнате. В результате подросток попал на больничную койку. Силовики отмечают, что взрослым необходимо знать, с кем общаются их дети. Уберечь от беды своих чад могут только родители. Практика показывает, почему наши дети начинают употреблять спайсы. За компанию. На фоне отсутствия контроля со стороны родителей. Нет контроля, компания веселая. Дай-ка я попробую. Предупрежден, значит вооружен. Подобные встречи с родителями проведут во всех учебных заведениях района. А в ближайшее время силовики устроят ликбезы работникам клубов. Именно там чаще всего продают опасные смеси. Но похоже, что правоохранительные органы Маргаушского района только задали темп. Вслед за ними подобные родительские собрания планируют провести и аликовские силовики. Дмитрий Ковалев, Александр Петров, Республика.